Всем привет! И что мы делаем? Мы делаем зеркало со встроенной подсветкой. Светодиодную ленту встраиваем уже везде, куда только ее не надо сейчас встраивать. Вовнутрь шкафов, в всяких зеркалах. Вот ванная. Пустая тумбочка. Используем LDSP. Трансформаторы берем маленькие, потому что здесь место не позволяет спрятать нормальный трансформатор. И использовать я буду вот такой вот трансформатор. Но так как они маленькие мощности, я буду использовать группу. То есть у меня будет 4 трансформатора общим номиналом 200 Вт. Светодиодную ленту я использую SVG, нейтралка. Очень хорошая яркая лента, 240 диодов, 24 Вт на метр. В мире 6 метров получается. 6 на 24, там где-то 140 Вт не надо, 60 Вт запасных. Я сделал пазы. Сейчас я эти пазы прокрашу, сделаю место, выфрезерую площадку, где я установлю трансформатор, выведу все концы и приклею зеркало, и все зеркало с обратной стороны крепежи. Так что смотрим. Снизу конструкцию здесь. Почему? Потому что здесь использована запатентованная кем-то технология вот такого крепежа этой конструкции. Очень надежное крепление. Вот. И чтобы не развеять чьи-то инновационные изыскания, я подпирал. Потому что зеркало тяжелое и выдержит, чтобы вот такую нагрузку, я побоялся. А зеркало надо было поставить. Его нужно было подключить, чтобы провода никакие не висели. Также здесь у нас будет идет зазорчик. Насколько его видно, этот зазорчик. Вон проводки все. Зазорчик нам, в принципе, нужен для того, чтобы трансформатор имел хоть какое-то охлаждение. Там 4 маленьких трансформатора компактных. И хоть какое-то им прохладность, чтобы отсюда условно воздух мог ходить и немножко их охлаждать. Понятно, что эти системы не самые надежные. Если что-то произойдет с лентой в будущем, то и заменить ленту не получится, только отрывать зеркало. При отрыве зеркала, скорее всего, пострадает либо амальгама, либо зеркало лопнет. Поэтому решение самое лучшее. Плюс еще минус какой. Лента находится в замкнутой плоскости.
потому что у нас нету ни здесь, ни сверху выходов. И лента очень мощная, она очень хорошо нагревается. Избыточному теплу деваться некуда. Тоже, поэтому не рекомендуется подобные схемы использовать на 24 часа. То есть, эта схема ты как? Ты зашел, включил, покрасился, зубы почистил. Сейчас, смотрите, как у нас освещение меняется. Ты зашел, зубы почистил, покрасился и выключил свет. Не больше. Это не как в магазинах, которые сутками светят. Хотя в магазинах мы делали похожие схемы, но там ленточки были послабее, и они работают там как раз-таки сутками.